14 июня. Сегодня ячмень сорт Маргарет, яровой ячмень. Так, норма высева 1,5 миллиона. Это первая норма. Это ранний срок сева. 8 апреля был произведен посев. Это 2,5 миллиона. Три, пять, где-то 165 килограмм на гектар. Четыре с половиной миллиона. Посев уже начинает так немножко клониться местами. 4,5 Маргарет. И 5 миллионов уже начинает его крутить, потому что соломина тонкая. Возможно, что еще при благоприятных условиях весна, так как весна была относительно дождливая, здесь еще было с питанием все в порядке, ячмень кустился, поэтому здесь по стеблестою все вроде бы хорошо, а вот соломина, она сама, солома, она сама, трубка, она тонкая. И она, естественно, ломкая по этой причине. Так-то ячмень красивый. Колосок, конечно, при такой норме, ну, относительно такой средний, небольшой. И как раз ячмень себя проявляет на более загущенном посеве, как нестойким, нестойкий к полеганию. Так что вот так. Маргарет. Ранний срок сева, 8 апреля.